Еще одно место отдыха появилось у тюменцев. В торговом центре «Панама» открылся единственный в стране лазерный кинотеатр. Говорят, что уникальная система удивит даже самого привередливого киномана. Так ли это, расскажет Светлана Зорина, уже оценившая проекторы нового поколения. Оказаться в «Матрице» теперь проще простого. Достаточно купить билет на фильм. Двери первого лазерного кинотеатра открыты для всех посетителей. Жена там как будто в интернете что-то выиграла, говорит, пойдем сходим. И сюда будем ходить, наверное, поближе, чем куда-то в центр ехать. Наша носенечка попросила, чтобы мы доехали в Панаму купить пиццу. И еще мы зашли в этот, как там, детский мир, а потом я сказала маме, давай посмотрим, что сейчас идет в кинотеатре. И мы увидели, что тут есть праздник. В заречной части Тюмени кинотеатров не достает. Впрочем, руководители проекта считают, что конкурентов у «Матрицы» нет и во всем городе. Японскими лазерными кинопроекторами оборудованы все 7 залов, а цены на билет весьма демократичны. Ну, по реализации этой идеи мы шли практически год с учетом этого интерьера, закупки оборудования, ну и фактически строительство заново кинотеатра. Но он не просто первый в Тюмени, он первый в России. Лазерный кинотеатр позволяет зрителю видеть более четкую картинку. В настоящее время используются не ламповые проекторы, а кинопроекторы с лазерным источником света. Отец! Кто жених? Я! Владимир! Князь из рода Рюрика! Телекамера эффект передать сложно, поэтому лучше прийти на киносеанс и все увидеть воочию. Светлана Зорина, Алексей Красных, «Тюменское время».